Антонов. Афганистан. Незаживающая рана. Мне выпало дорогами войны с тобой, мой лучший друг, пройти однажды. Мы каждый день желали тишины, но взрывами отмечен день был каждый. А помнишь, как бетонка в Кандагар со смертью нам устраивала встречи? Пытались затушить войны пожар, всю боль ее взвалив себе на плечи. Была здесь правда каждому своя, и даже несравнимы были смерти. Но если будем живы ты и я, не сгинет правда в этой круговерти. О ней расскажем дома сыновьям, чтоб помнил мир о наших испытаниях, чтоб никогда поминки по друзьям нам не справлять на горестных свиданиях.